Сегодня я стану снова таксистом, но не просто таксистом. Итак, ребята, я в Брукхейвен, и сегодня у меня здесь будет не просто такси, вообще не просто такси. Итак, сейчас я с аккаунта Брайса. Это очень важно сегодня быть его аккаунтом, потому что я беру вот эту такси, и сейчас я стану турбо-таксистом. Блин, ребята, это будет самое быстрое такси в вашей жизни. Мы установили турбо-штуку, мы поставили максимально скорость, поэтому сейчас мы начнем подвозить людей. Итак, здравствуйте, вам не нужно такси? Блин, капец, ребята, я даже не знаю, как этой хренью управлять. Блин, ребята, поверьте, если бы вы в жизни сели в такое такси, не знаю, что бы сделали вы, но я бы обосралась, конечно. Так, ну слушайте, у меня даже вроде как получается более-менее нормально ехать. Офигеть, тут дым, нифига себе, тут это, занавес. Так, здравствуйте, опа, ребята, подвезти? Давайте подвезу. Нет, не подвезти, в смысле не подвезти? Ну, давай подвезу. О, смотрите, у меня первый клиент. Не, блин, чувак, ну зачем ты сел? Я же никогда в жизни больше не вернусь. Это такси, ребят, я уже боюсь. Это крейзи такси. Капец, ребята. О, блин, у меня тут этот. Куда? Едем, да. Так, смотрим, куда ехать. Блин, я не знаю, на ком она пишет. Алло, куда довести-то? Здравствуйте. Блин, ну давайте напишем ей, я не знаю. Давайте напишем хай. В смысле ты ушла? Ладно, первое такси у меня сорвалось. Но ничего, ребята, но ничего. Давайте продолжим тогда дальше. Нам нужно найти новеньких клиентов. Ой-ой-ой, капец. Слушайте, у меня пока даже вроде как... Может быть, знаете, может быть, я сейчас натаксую так, то, что научусь водить эту хрень. Капец, ребята, я была на грани катастрофы. Так, здравствуйте, здесь кто-то есть. Такси никто не вызывает. Я тут дрифчу. Не могу никак выехать. Где вообще все люди? На спауне никого нет. В домах никого нет. Нигде никого, блин, нет. Так, ребята, хорошо. План Б. Ой, походу... Ребят, походу это был мой план Б. Бесит то, что теперь эти тачки переворачиваются и нормально, короче, не сделать. Все, отлично, я вернулась в свою стихию. Все, погнали. Так, доедем, нормально будет все. Доедем. Ищем новых клиентов. Капец, она так разворачивается. Опа, здравствуйте. Такси не надо? Такси, давай такси. Поехали. О, все, поехали. Все, увозим чувака. Давай, куда тебе доехать? Я сейчас довезу куда хочешь. Точнее, куда смогу довести тебя. Ой, блин, прости, пожалуйста, чувак. Ой, блин, все, капец. А он все еще со мной? Он вообще со мной еще? Да, блин, он какой-то лихач. Давайте как-то попробуем, я не знаю, как-то попробуем вырулить эту ситуацию. О, блин, офигеть, у меня получилось. Так, все, надо... Тихо. А? Так, он все еще со мной? Блин, нет, он покинул меня. А, нет, он со мной. Блин, капец, этот чувак все еще со мной. Я не знаю, либо ему наплевать вообще, что делать, Брукхейвен? Блин, все, он вышел. Прости, такси было хорошее, но, блин, бедный чувак. Я просто увезла его в какой-то лес и бросила одного здесь. Капец. И уезжаю на своем турбо-такси обратно. И, ну, знаете, нет, я никогда не доеду. Это какая-то жесть просто. Так, я сейчас максимально постараюсь. Давай. Блин, нет, я вообще не могу. Это просто не тачка, а хрень не знает что. Офигеть, тут можно огонечки включать. Но я включу. Что поделать? Блин, у меня почти получилось. Так, нет, не получается. Офигеть, ребят, я это сделала. Даже тачку не пришлось менять. Все, так, теперь едем на спаун. Или нет, давайте вот сюда поедем. Вот так. Там до сих пор какой-то одинокий конь стоит. Жесть вообще, ребята. Это реально просто жесть какая-то. Дальше смотрим. Блин, там какой-то дом. О, тут какой-то чувак. Да, надо его поймать. Нет, не уходи. Такси. Вези. О, простите, пожалуйста. Блин, ребята, это шок просто. Я... Девчонка, привет. Давай заедем. Ты домой пошла? Да нафига тебе домой? Я поняла, где, короче, все. Все вон сидят в этом прекрасном ресторане, но, знаете, сейчас рестораны там все выпьют это. Можно будет кого-то на такси довезти. Ресторан Долма называется. О, давайте... Че ты на своем велосипеде ездишь? Поехали на моем такси. Поехали на такси. Давай, я тебя... Блин, у меня тут просто авария такая, что жесть. Никто еще не вызвал такси. Ну, знаете, я думаю, это и слава богу, потому что, блин, ребят, давайте серьезно, я бы никогда в жизни не доехала до человека, который вызвал такси, потому что с этой штукой доехать, ну, просто невозможно. Нужно ехать постоянно вот, либо вот так вот, да, то есть буквально чуть-чуть разогнался, и все, ты летишь. Нафига воспользуйся моим такси. Такси скоростное. Набирай телефончик 3-0, 2-0, 6-0. Вот так вот, такой телефончик. О, здравствуйте, такси, садитесь.
садись. Нет, садись. Блин, давай, садись. Он не может определиться. Куда поехали? Офигеть, поехали. Все, неважно куда, куда-нибудь доедем. Блин, ребята, я всех клиентов потеряла по дороге. Я впервые застала землетрясение в Брукхейвен, офигеть. Ребята, вы понимаете, а ты обнови уже 100 лет. И за все это время я ни разу не застала землетрясение в Брукхейвен. Офигеть, тут написано землетрясение 7.5. Это очень много. Офигеть, ребята, я еще ни разу не попадалась здесь на землетрясение. Ну, то есть я была только в том землетрясении, которое можно устроить самому, когда ты, у тебя есть дизастер пак. Ну, вот так, чтобы на землетрясение в городе я еще ни разу не попадалась. У меня машина застряла в какой-то пучине горы, поэтому я возвращаюсь вот так вот. Так, ребята, я почти аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Погнали! У-ху! Так, есть тут кто-то? Да, блин, офигеть тут людей. Садись в такси. Ну, садитесь. Блин, ребят, у меня самое лучшее такси. Почему, когда я была таксистом, и у меня люблю смотреть Влада? Привет, я Влад. О, все, клиенты появились, подписчики Брайса. Так, привет, привет, привет. Супер, девчонка смотрит Брайса, но сейчас как бы это не Брайс. И извиняюсь, конечно, но зато ты покатаешься со мной на турботакси. Почему ты ушла? Это проблема, я считаю. Я утопила свою машину, блин. Я утопила. А еще тут кто-то багался куда-то. Давайте посмотрим, кто тут куда багался. Так, походу, эта девочка не поняла то, что я Брайс. Походу, она... Точнее, я не Брайс, конечно. Но она, походу, не поняла, что я с его аккаунта. Хотя у меня на машине, блин, написано Влад Брайс. Алло, девочка, ты что? Ты как-то это... Могла бы с Брайсом покататься. А не покаталась. В смысле, ты зачем телегу-то взяла? Офигеть, это что, она там ворует кого-то? Блин, ну ладно, как хочешь. Я вот с другую нашла. Блин, где она? А, вот она. Блин, она была в моей машине. Привет, эй, ты чё? Давай садитесь. Вы же любите Брайса. Вот, садитесь. У-ху! Погнали! Ребята, на таком такси вы еще никогда не ездили. Довезу на Мэдисон Лейк. Простите, пожалуйста. Влад Брайс, стоп! Да, Влад Брайс, стоп! Ура! А чё ты вышла из моего такси-то? Я не понимаю вообще. Она куда-то пропала. Села. Снова села. Так, теперь погнали. Слава богу, сейчас бы так врезались, капец. Слава богу, через эту арку можно было проехать. Блин, я вообще не могу, меня просто воротит во все стороны. Наконец-то. Блин, это просто не тачка, я кого-то сбила. Капец, это просто не тачка, а какая-то жесть. Вообще, я просто, вы видите, эта машина, во-первых, подлетела. Плюс я кого-то сбила еще. Надеюсь, человек жив. Надеюсь, его не убило там вообще нафиг. Потому что такая скорость, конечно. О, погнали. Погнали, новый клиентик. Новый клиентик, поехали на стейбл. Так, прости, пожалуйста. Не уверена, что довезу тебя. Как бы, сама понимаешь, такие скорости. Хрен вообще доедешь куда. Но, о, я тебя могу в школку довезти. Офигеть, вот это токийский дрифт. Просто форсаж, прости, я тебя утопила. Я уже второй раз тачку утопила. Еще и с девочкой, просто капец. Ребята, напишите, да, съездили бы вы на таком такси. У меня в комментариях.